Так. Ребята, я вас очень сильно прошу. 25-й батальон, осталось 20 человек. Нужна помощь срочная. Кто может дозвониться до этого блядского правительства нашего? Скотины до цього! Та допоможіть, айда! Дайте, виручте наших пацанов! Пацани тут погибнуть, як пушечки. У каждого сейчас по 2 гранати. Та сколько же там можно будет? Пожалуйста, їх осталось 20, в мене сын там. У него ребенок маленький. Если... У них боекомплекта ноль. Они гранаты взяли в руки и держат. Сидят. До каких это пор будет продолжаться? До каких пор наши пацаны будут гибнуть? Значит, если погибнут пацаны 25-го, підемо туда их. Усих візьмем. И не будет пощады ни одному. Мы вот этих, что стоят против нас, готов ли кто знает. Лучше ближе к теме. Пусть по возможности поднимут всех на уши. Кто может, поднимайте всех на уши. Что правительство дало какую-то технику, какой-то БК, бля. Пусть ребят, пускай прекрасно. Есть лучшие батальоны, есть нацгвардия, которые там ближе. Да, пускай, они ждут приказа. Ждут приказа, пускай дадут приказ, выход на помощь им. Один плюс один. Ребят, 20 человек их осталось. Что, что у нас творится? Киевская Русь погибает, не будет батальона Киевская Русь. 20 человек тупо осталось, все, пацаны тупо сдали уже. Без патронов, без помощи. Все, без патронов, без нахреня стоят. Пусть вытягивают из котла, пацаны. Давайте, да дайте подкрепление какое-то, нацгвардию, там какой-то еще батальон. Пацаны тупо гибнут. Пацанов остались гранаты, больше ни хрена. Менты, вони стояли. Он, сколько их стоит. 23 машины идиотов там. Хай пускают туди. Хай пускают туди оно стоять. Телефоны в них, я звоню на твой номер телефона. Бача. Ребята, всем просьба достучаться до нашего правительства. 25-й батальон, осталось 20 человек. 20 человек, помощи им нету. Пацаны взяли в руки гранаты. Что это творится?